В 2004 году коллектив Южноуральской железной дороги Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» совместно с населением всей Челябинской области празднует свою 70-летнюю годовщину. В этот же год исполняется 75 лет городу Магнитогорску и 20 лет образования фирменного поезда «Магнитка», который соединяет стальное сердце России с Челябинском и Москвой. За два десятилетия более 2 миллионов пассажиров почувствовали тепло и заботу фирменного поезда. Во многом благодаря социально направленной политике гиганта черной металлургии Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», который заботится о собственных тружениках и строит на благо южноуральцев и аквапарки, и горнолыжные центры, стало возможным совместно с руководством Южноуральской железной дороги проводить постоянную модернизацию состава фирменного поезда. Сегодня «Магнитка» – это современный, комфортабельный железнодорожный комплекс, максимально приспособленный для пассажиров. Незабытыми оказались и люди, временно лишенные возможности передвигаться. Специализированные лифты способны быстро и легко доставить инвалида с перрона в вагон, где существует просторное купе, в котором может расположиться и коляска, и сопровождающий. Сейчас я иду в клинику в Москву, и я попала в сказку. Вы даже не представляете, какие красивые проводники, какая у них форма прекрасная. Вообще оборудование в купе, я просто не представляла такого вообще. Даже термос есть, даже вот стакан тоже для кипятка, все. Книжки, я очень люблю книги читать, даже вот эта вот вся сервировка. Просто я попала в сказку. Фирменный поезд «Магнитка» известен своим традиционно качественным обслуживанием в пути следования. А чистота, порядок и максимум удобств стали уже хорошей традицией. Хозяйственная комната, где можно привести в порядок вещи, душевая кабинка, магазин товаров повседневного спроса, библиотека. На всем пути следования пассажиры могут пользоваться услугами сотовой связи. В любой момент, днем или ночью, можно всегда сообщить родным и близким, где находится поезд. Для молодых путешественников организована и специальная детская комната с игрушками, книжками и добрыми проводниками, которые присмотрят за детьми. В этом поезде есть такая удивительная детская комната. Здесь можно поиграть с детьми, посмотреть мультики, почитать книжки. Здесь очень хорошие проводники. Мне в этом поезде очень понравилось. Пока дети находятся в заботливых руках, родители могут отдохнуть в комфортабельном вагоне-ресторане, где на выбор предлагаются разнообразные блюда из мяса, курицы, рыбы, приготовляемые по оригинальным рецептам квалифицированными поварами. В меню есть и детская, и вегетарианская кухня. Тепло и забота персонала, работающего в фирменном поезде «Магнитка», создали настоящий дом на колесах, являющийся лидером Южноуральской железной дороги.